Приветствую вас на канале Алекс Турист Туркменистан. Вот у нас сегодня очередное наше автопутешествие. В этот раз мы решили посетить пещерный город. Есть такой у нас достопримечательность в Туркмении. Потом у нас будет поездка на крепость, святое место. Одну ночь хотим провести на озере в пустыне Зинги-Баба. Вот. Сегодня у нас вот такой тоже небольшой караванчик собрался. Машина сейчас еще подъедет, одна машина. Сейчас мы находимся в поселке Бахардок. Это что, 90 километров от Ашхабада. Да, здесь мы заправляемся, встречаемся, обсуждаем маршрут. И едем дальше. Так что по ходу продвижения буду рассказывать, где мы, что мы, как мы, с кем мы. Там встань, там встань. Я принимаю солнечный ванн. Хаким баба. Вот такие вот стволы. Вот такой здесь живописный пейзаж. Красота. Женщина всегда должна участвовать. Давай, давай. Слушай, ну там просто 100% есть.